Что привело тебя сюда? Где там кто вык? Кому достался токен? Че, этим же составом идем? Ну, прист один только. Нет, этот вык выйдете без меня. Кто выиграл? Токсиген? Ну, он один. Говорю, этим же составом идем. Лок не идет, еще кто-то не идет. У кого еще КД? У токсигена, блядь, КД. Хули. Красавчик, блядь. Вешайте КД всегда так, заебись. Мне нравится так рейдинг ходить, блядь, только на грот. Я, если что, вас слышу, это... Отойду. Фидла, у тебя там микрофон. Что плугов добери, чё. Да нахуй эти пуги, блядь. Ты, кстати, можешь он этого Старфола взять. Ты не пойдешь? Ну, мне не горит, это же не мой перс. Давай тогда возьму. Я просто могу сходить, если... Че, его взял тогда? Блять, неужели это качается? Что-то меня уже вов заметал.
Госом о нем выйдем, авария. А, Госом. На вольдов бейте все. Без звука, конечно. ДКшник мало бьет у нас. Подойди со снобольдом, он там заклеивает. Да пусть тебя бобом снимут стаки, 10 стаков уже больше. Когда сдохнет, босс снимут. Давай по оверхи, сейчас. Он же... А, с него снобольд. Ну хули, я сейчас сдох. Давай, боб. Геру. Дергать это очень. Истерию можно? КД на первом два.
почему у нас, блядь, в жгучую проходит чуть ли не столько же дамага, сколько? Черепов дергает. Истерию. Скоро лужа будет, 3 секунды. Побежали. Холик, а можешь врубить ауру сосредоточения? Да я даже не заметил, извиняюсь. Она уже полукары не висит. Третья сейчас и ледяную поставьте, вторую. На это, на рёв. А чё раньше не сказали так же громко и в Дискорд, как ты прям сейчас? Наверное, в чат мне писали в основном. Нет, я говорил в Дискорд. То, что одна аура стояла еще с этого, блин. Ну ладно, пусть. Хилы только вместе не стойте. Один с одной стороны, другой с другой. Под щит арты уйдите. Истерия есть? Ага. Ай-яй-яй, блядь. Да, блядь, вообще пиздец. Это реально зашквар. Анты могут снимать вот эту берсу? На этом бой? Нет. Анты снимают, да, когда он в стену влезает. Я слышал, что это неправильно, что чинили, вроде не чинили, вроде как не должны. Смирение, да, тебе, блядь. Смиряющий выстрел называть. К черепку сейчас бежим, черепок отбегает. В тотема ничего не врезается, босс. Хуйню кто-то придумал. Хуйня не врезается. Нихуя не врезается. Нет, на X2, когда чинили их, когда они фиксили всякие баги, в них начали врезаться в это, ну, ну да, тотемы убирают в хейме, чтобы их не врезалось. Ну, через месяц это пофиксили. Не, я к тому, что тут говорят врезается. Что это все пиздоболи. В обычке нет, в хейме, да. Ну тут хейма пока нет, так что мы пока не знаем.
Бля, чё выпало, и ушел прист с локом. Это пиздец, просто подарок судьбы нам. Как дела? Сейчас великий чернокнижник Вилфред Гиппопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! А чё бы мы не прошли, друид? Он здесь вообще? Он не в Дискорде, это же Пуга. Так, Кенрул надо? Да, кстати, анрол же нужен, блядь, став, если что там с анролить или что-нибудь еще такое интересное. Ну, на вальку же поставлю. Писали анрол? Да, писал. Не, если писал, то это... Что-то он моросит, блядь, за хантом. Он боится, что мы не пройдем. Ну, кстати, хант реально слабенький. 3000 У нас и торнадо слабенький. Кто нахуй диспел жмёт, блять? Дайте мне хоть когда-нибудь поможет. Я после X2 пришел, в общем, на этот дамаг смотреть не могу. Давай массакр. Блять, ну какой даун это делает, алло? Это кто-то из наших, блядь. Убейте элементаль. Из шаменов, нахуй. Да, стаки не трогают, шаман. Когда маг есть, пать. Че, вайп, что ли, думал? Бомжовый. Потому что не русские люди сидят в Дискорд. Говорю русским языком, убейте элементали. Ты что, глухие, сука, или что, нахуй? У них по 50 тысяч хп, блядь. Вывалай. По 200 с чем? Ну, типа, вам надо убить двух этих огненных долбоёбов. У вас есть паладин и есть лог. Двух в контроле, двоих убивайте. И всё, и изи. Что вы, блядь, за хуйня? А, захиливайся. Я в ахуе просто, блядь.
можно ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Просто, блядь, я хуй знает. Просто действительно, как у меня, блядь, этот аддон говорит. Да не в стаках дело, просто не убивали трэш. Вишенка, эта хуйня происходит, когда есть пару человек хотя бы из ЛФГ. Ну, блядь, вот кару при пробежали. Причем тут ЛФГ, а нахуй? А причем тут пару человек ЛФГ? С ЛФГ? Вы ЛФГ... сами не свичились трэш. Они не в ДИСе, я вас... стрим, вы ничего не свичились. Никто не свичился, вот ЛФГ, нахуй. Тут не ЛФГ, нахуй, вы сейчас в ДИСе сидите, я говорю, залейте трэш. У вас трэш. Сидит лог в ДИСе, сидит паладин, блядь. Лог и паладин не первый раз. Ты не знаешь то, что надо контролить интерналов или что? Блядь, какой как, лог? Какой лог? Ты лог, курился? Пожалуйста. Авария это кто? У тебя это фиолетовый. Авария это шаман Хилл. Короче, Хилма. Сиди молчи. Два паладина у вас, хуй с вами. Блять. Еще раз, я по-русски скажу, убить элементали. И напишу сейчас еще. Поставьте Джикса. Торнадо поставь, пожалуйста. Из банка нужно насчет три раз, два, три. Давайте не обошлемся, пацаны. Это будет красивая победа. Блять. И падаем, короче. Там можно было бы РП мне дать и все. Я стаки поснимал, да пиздец. Можно либать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй.
катятся же в цели. Давай не Hero Void, блядь. Давай убьем. Не парься. Ставь руку. Два аж паладина, да? Один холик, у него нету репентанса. А, нет зла? А, ну у всех паладина. Один, два, три. Че, никто не пошел запускать, да? Отлично. Он же ко мне прибежал. Да, истерию. ДД, наберите рейндж больше между собой. Ибо он когда стреляет, он задевает лишние цели. Осуждай контроль по первому. Полипал по второму, да, инфернал там. Контрольте их просто два половина. Третьего заливайте. Дайте геру, заливайте третьего. Третьего, четвертого залейте, потом играйте в босса. Первый звук будет контроль.
Истерию. Лямы хороши. Да, вообще пиздец. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Так сказал, как будто бы это проще было. Конечно, проще, блядь. Там ротации нету, делай что хочешь. Да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Героя во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Сова, блядь. Вар квадрат. Первый убиваем череп. Блять. Копал кружок. Вихрь по нему давайте. Калина. Кавина. А, это сова. Так, кто там еще, блядь? Давай мага следующего. Потом сову. Потом хилов, потом вар. Короче, после черепа крестик, а потом кружок бить. Получается, что? А, еще вот хил есть. Приспа я попаляю, если не буду сбивать. Этот самый торнадо. Встань, это, вон к стенке где-то. Короче, ну где-то вот сюда. Я в центр притяну череп, а ты притянешь на максимальном этаже из центра. Я пойду потом дальше разъебу. Давай, готовься. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Контроль тебе не подходит. Контроль тебе. Череп убили? А, Илюша сдал. Лем, таргет пуржи, который бьем. Нузла, вот пуржи, сними с него ходку. Бабл нажимай, бабл ланжови. Да охуеть, конечно. Вахуй с вас. Особенно с Илюшу Старфола. Он хоть один вихрь дал? Крестик быстрее. Кружок. Попало бьем. Лампа хиль. Пета жри торнадо. Начинай хилить. Да блять, нахуй твой мо. Блин. Лампа, дисплей или ходку? Она хилит там по 40 кадров. Подхили? А, все, хил, да, ясно. Не кидайте массуху. Справитесь, нет, блять, алло.
на Селем хилит тут один. Так он и должен хилить, он единственный, кто может хилить. Это ж ПВП, блядь. Ну хуй знает, справимся, нет. Жарим глыбы. Да-да-да. Сиди на костах у Вилана, Рога. Вы вообще кого-то бьете там? Я понял, блядь, ложитесь. Пиздец, нахуй, вот. Ну, контролили приста, я хуй знает зачем сейчас. Вот нас сова, считай, разъебывала. Надо было в сову сыграть. Убьем. Что-то вообще устали, что ли, блять, люди. Да хули устали, они просто играть не умеют, нахуй. Ну типа здесь-то какой нахуй играть? Здесь, блядь, да стенка на стенку, это, блядь, без контроля должно вывозиться. Как, блядь, сдохли вообще люди, я не понимаю, но. Когда он сдох? Здесь, блядь, просто дохнуть не от чего. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Кинешь еще рыбки. Сейчас в рогу, наверное, надо сыграть, блядь. Шама по контролю. Друида нужно подциклонить. Сейчас играйте в Лока. Так, кто там еще? Рога мой. Дерева Лока у нас нету. Вершам здесь. Шопа, короче. Лок Шопе, наверное, да, сыграем? Угу. Так, вроде все там, да. Просто. ДД. Также отойдешь, притянут и притянешь от меня череп. Поехали. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. А треугольник? Охуя, у меня нет уже глифа, ёбаного. Хуярьте, давайте, без разговоров. От треугольника старайтесь убегать подальше. Вот он сейчас дернулся к вам. Такого и даю. Дай дисп. Череп убили, крест бьете, да?
после креста кружок. Все, на кружок садитесь, сбивка 100, вся хуйня. О, блядь, там ДК еще. Только сейчас его увидел. Вот это более-менее похоже на игру, блядь. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо сегодняшних потерь мы стали слабее, как целые. Кто еще, кроме короля Лича, были великие воины? И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Ходите, Клоуд. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Ну тут, надеюсь, тупых нету, да? Смотрим, у вас сова умрет просто с пула. Посмотрим. Два на пула. Возьмите хантера. Нет, если ты ему не скажешь, чтобы он старфол не давал с пула, ну, чтобы он вообще тут его не кахал, он умрет. Хантер или рога может напулить, в принципе. Погнали. Давайте не обобьемся, пацаны. Это будет красивая победа. По имени короля Лича. Истерия. Две сферки и все у дома. Можно либать, это, блядь, не игра, это просто пошли они нахуй.
Да, тут надо походу как для тупых объяснять, да? Что, дисконнект? Торнадо не дымашь, поставь его, чтобы он ловил сервер. Как дела? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последние. Я написал в чат, что делать. Не надо мне ничего рассказывать. Написал отбежать. Они не будут без анонса отбегать, ты еще не понял это? Мне похуй, я распущу рейд. Почему я без анонса могу отбегать в рейдах с пугами? Потому что ты, наверное, РЛ, они не РЛ, они не шаришь. Какая разница, РЛ, не РЛ? Большая разница, поэтому РЛ не становится для того, чтобы РЛ и рейды, они сидеть и молчать. Успокойся. Ты хочешь поэрэлить РЛ? Я не думаю, что тут люди собрались, которые не могут от шара отбежать. Два пуга хуй с ним, если бы они только сдохли. А вы не отбегаете все. Вас 8 человек в диссе. Вы не отбегаете все. И вы думаете, я должен вам анонсить. Рейд, на вас нахуй шарик летит белый. Отбегите, блядь. Вы что, ебанулись? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Привет. Не, это расход. Это без шансов. Даже намека нет на успех. Да что начинаете? Ну, бить только начали. Летит белая сверка, блядь, и три трупа сразу. Но только что говорили. Это надо не тратить друг друга, блядь, время и нервы. С ней ну, даже пытаться. Давай загоним их идти, я по анонсу сверху. Ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не нахуй. Ну то они ливнули или ты их кикнул? Кикнул. Всем спасибо.